Добрый день, наши дорогие подписчики, клиенты, друзья. Меня зовут Арина, я менеджер Wind Canarias, компания, которая продолжает радовать метрами счастья наших клиентов как на острове Тенерифе, так и в провинции Аликанте, в зоне Коста-Бланка. И сегодня мы поговорим на тему административных услуг, услуг VIP-консьержа или административного сопровождения, как его еще можно назвать, в нашей компании. Хотим напомнить, что эта услуга абсолютно не новая. Как вы знаете, Wind Canarias существует уже больше 12 лет, и за это время компания получила большую огласку среди всех наших клиентов и людей, которые приезжали на остров Тенерифе, влюблялись в него и впоследствии становились нашими клиентами на покупку недвижимости. За последние годы мы получали все больше и больше позитивных рекомендаций от наших клиентов, и сарафанное радио дало о себе знать. За последние годы к нам стали обращаться клиенты не только на покупку жилья. Из-за того, что сарафанное радио дало о себе знать, к нам стали обращаться люди, которые просто приезжали на остров Тенерифе, влюблялись в него и впоследствии уже становились нашими клиентами на покупку. Но также стали к нам обращаться за помощью в языковой поддержке в разных частных инстанциях, государственных инстанциях и административных органах. К примеру, сходить в школу, перевести в полиции, к примеру, сходить в банк, открыть счет в банке, открыть НИЭ, налоговый номер иностранца и подобные услуги. К нам также стали обращаться по поводу консультаций на получение вида на жительство и по поводу ипотеки. В Wind Canarias мы смело можем сказать, что клиенты – это наши друзья. Как вы знаете, друзей в беде не бросают. Для тех клиентов, кто купил недвижимость нашей компании и заказал услуги переоформления документов после покупки недвижимости, мы делаем ряд услуг, определенных услуг, абсолютно бесплатно, обычно в течение года после покупки недвижимости. Это может быть ситуация переезда семьи в Испанию, они покупают недвижимость и нужно устроить детей в школу. Но из-за того, что у людей есть языковой барьер, они не могут свободно общаться с тем или иным персоналом в различных учебных заведениях, в страховых компаниях, нам очень часто обращаются за помощью. Мы никогда никого не бросаем, особенно это если наши клиенты всегда рады помочь, всегда к вашим услугам. И совсем скоро отдел VIP-консьержа или административные сопроводительные услуги вы сможете наблюдать у нас на сайте. Мы сейчас работаем над этим, и этими услугами могут воспользоваться как наши клиенты, которые продают или покупают недвижимость с Wind Canarias, так и любой человек, который нуждается в административном сопровождении, как-то о нас услышал, зашел на наш сайт и, собственно, нуждается в языковой поддержке. Мы всегда готовы помочь. Пока что на нашем сайте нет страницы под это предложение, под услуги административного сопровождения, поэтому если вам нужна помощь, обращайтесь к нам в комментарии, на почту, которую мы оставим в комментариях, и мы с радостью организуем вам административную поддержку. Ну и, конечно же, очень важно, клиенты, которые покупают недвижимость с нашей компанией, будь то на Тенерифе, будь то на Коста-Бланка, услуги административного сопровождения имеют большую скидку, поэтому если вам нужна какая-либо помощь с переводами, с походом, с переводом в школу, в полицию и так далее, обращайтесь к нам. Если в течение нашего выпуска я не перечислила какую-то услугу, которая вас бы интересовала, сопровождение административное, я имею в виду, то напишите, пожалуйста, в комментариях ваши предложения по услугам. Мы обязательно рассмотрим ваши предложения и ответим вам. С вами была Арина, менеджер компании Wind Canarias на острове Тенерифе. Спасибо вам за просмотр. Будем ждать ваших комментариев и лайков. Всем пока!